Спустя 10 лет, как мы с вами записываем видосики на YouTube, мы впервые с вами и с дедом тоже приехали на полноценный отпуск. Я вижу то, что вы огромные молодцы, купальники взяли, плавки взяли, спасательный круг дед тоже взял, чтобы не утонуть. Огромные молодцы. Предлагаю вам начать отдыхать прямо сейчас. Я хочу пойти поплавать в бассейне. А я на американских горках покататься. Уф. А я хочу накачать как следует свой квадрицепс. Ну и трицепс тоже. А я хочу в парк развлечений. Сладкая вата, попкорн, сладости. А я просто поесть хочу. Наконец-то в пансионат выбрались. Интересно у вас, конечно, желание одной пожрать, другому покачаться. Ну пойдемте тогда, давайте сюда. Первое, что мы с вами будем делать на полноценном отпуске, это жрать и купаться. Что может быть лучше, чем жрать? Жареный кролик! Приятного аппетита! Сосиска, это мое. Иди свое добудь. А шашлык будет? Я не знаю, Армеша, выбирай. Я не помню, что здесь есть. Нафиг мне тут блок вот это в корзинке мы с собой взяли. Выбирайте, забирайте. Опа, ребрышки, ребят, тут... Долька яблочного пирога, Клайд. Держи. Спасибо. А он не кусается нафиг. Мама мия, только посмотрите, какая сочная курочка. Заберу с собой. Вы пока там добывайте еду, а я отправлюсь к следующему нашему отдыху. Еду с собой берите и топайте сюда. Нам с вами пора отправляться на настоящий мужской отдых. Водный парк, ребята! И на серфинг! Ни разу в жизни на серфинге не катался, но как бы никогда не поздно попробовать. Главное не утонуть, дед. Ты плавать вообще умеешь? Я последний раз, знаешь, как хорошо в заплыв уходил. Я всю Волгу проплыл. Какой еще нафиг серфинг? Я плаваю плохо, я никогда в жизни серфингом не занимался. Я не для этого сюда отдыхать приехала. Сейчас, Натаха, разберемся. Не переживай, самое главное. Так, аккуратно. Что происходит, Напик? Я не боюсь! Ветер мне в палубу, Напик! Как? Вы серфинг-то нормально, Экзанил, ты плохо серфишь, когда вот эти красные фиг... О, сейчас все Напик подохнут. Так по сторонам серфинг... Посмотри, мы быстро... Аккуратно, как серфинг! Когда красная фигня движется, ее надо это как в реальном серфинге. На тебя же акула нафиг может выпрыгнуть. Ее надо вот так вот увернуться от нее. Не взорвись, дед. Дед, ядрен батон, я говорю... Ты сейчас батон... Потонешь нафиг! Дед, ты чё линзы не надел? Господи, так, только... Вот это... Опа, не толкайтесь, самое главное! Вот, Натаха, ну ты, конечно, нафиг под дну! Ё-моё! Экзанил! Ты нафиг кокнулся! Я говорил то, что надо вот эту удары! О, господи, нафиг! Вы плавать! С 84-летний дед лучше плавает, чем вы вдвоем. Вот я помню, в Америке, мы короче, в Америке на Миссисипи устраивали байдарочные эти гонки. Так вот там... Америке, дед, ты в Америке в жизни не был. Да был я, ты видел вообще Америку-то? Миссисипи это не в Америке, это север, это южная, северная Америка. Какие нафиг Миссисипи? Ё-моё. Нет, это Москва-река была. Не порти мои фантазии. Мы почти дошли до конца! Никто не сдыхайте! Вот серфинг! О, посмотри, какие я фитнес-напик тут устраиваю! А я вот. Тоже так могу смотреть! Опа, смотри, я запрыг как на сноуборде! Опа! И вот так вот, все! Ядрёна Армеша нафиг! Последнюю секунду сдох! Все! Вот мы выиграли! Я Натаха, которая плавать не умеет, дед, который плавать не умеет, и сосиска тоже, а вы... Ну вот тебе здесь серфить и надо, Клайб. Опа-на! Вот и первый отдых закончился. Если кто-то хочет еще посерфить, можете у нас в бассейне посерфить. Правда, тут волн нет, но и без разницы. Так, мне кажется, хорошо поотдыхали. Можно и перекусончик устроить. Давай, я хочу протеина, я хочу курочку. А ну сюда. Да нафиг твоя Зачем курочка? Ты изумруды с собой взял? Нафига нам в корзине изумруды? Это мои изумруды. О, шоколадный пирог, смотри. Жранина, жранина, Армеш, торт на землю ставь. Ты нафиг у кукушек дом сорвал? Ну, Опа-на!
яблочный сок за хороший отдых. Хороший отдых всегда должен быть с хорошими друзьями, с хорошей едой и с хорошими коктейльчиками и сока. Подходим сюда, потому что сейчас будет что-то, что я не знаю, но какой-то следующий отдых. И чё нам ждать за тебя нафиг? Армрестлинг какой-нибудь, ё-моё! Так ты такое любишь, Клайб? Всё, что с этим, с бицухой связано. What the fuck? Иипа, кто там парк развлечений хотел туда же бить? Мы с тобой хотели парк развлечений. Иди обниму сосиска, ты где сосиска? Я тут, ты точно. Да, парк развлечений, ура, парк развлечений. Парк развлечений. Вот же. Дед, ты мне мороженое обещал. Это когда было такое? Дед. Вот и все. Вот, вот домой, дома обсудим. Купи внуку мороженое, ты че так вот это? Господи, еще один. Ничего, Армешка, не переживай. Сейчас и мороженое тебе будет. Отстань со своей едой, Данила, идите сюда. Кто ты такой? Чемпион, силач, слабак, дохляк. Прям реально как... В настоящем парке развлечений. Чур, девочки не участвуют, здесь нет смысла. Только мы настоящие мужики. Армеш, если добьешь хотя бы до силача, тогда дед тебя мороженым вот это угостит. О, так... Только совсем... Дурачок, не надо гладить ее. Тут надо бить ее со всей дури. Собери... Подпрыгни! Подпрыгни со всей дури! Неплохо, слушай, Армеш, я думал, ты скет 15 лет нафиг слабее будешь. Ну ты все сам видел, силач это мороженое. Вот, ну, только лапшичный суп. Ага, тоже хорошо. Так, теперь моя очередь. Я... Ца! А? Я промазал. А какой? Промазал. Левой или правой? А, левой кнопкой надо ударить. Я... Ца! Промазал или не промазал? Нет, ты... Ты не промазал. Да ну... Дохлячочек, ё-моё! Тебе бы надо бы в спортзальчик походить, не знаю, там боксёрством позаниматься, да? Смотри, давай, мастер-класс. Давай, попробуем. Давай, только нормально, прям шандарахни со всей дури. Я ходил на муай-тай 3 месяца. Шатя! Ну, слушай, нормально. Ну, силач! На уровень Армеша. Где наш Халк? Расступись! А ну, расступитесь быстренько! Ножки свои все отошли! Я свои ручки не просто так качал! Сила, прыгни ко мне! Да, да! Да ударься уже! Лиф! Нормально! Нет! Еще разок! Не-не-не, все! Не-не-не, все! Один удар, одна попытка! Нифига себе! Ты видел? Я не зря ручки ты собрал! Хватит выпендриваться уже, Клайб! Смотри на спинку, давай квадрицем спокойно! Реально напиг дохляк, но второй раз смотрел! Что за лузерство? И все. Это фигня какая-то сломана. Так, мороженое. Тут должно быть... Опа, вот зачем изумруды должны были. Так, что мы сейчас арбузные... Наташа! What the fuck? Да я вообще... Да я тут всех вас просто туда-сюда... Еще одна накачалась, да? Да я сильнее тебя, ты дохляк! Тарелка жареной курицы, горячее какао на отдыхе, надо бутылочка молока. Это тебе, Армеш, у тебя еще вот это. Юный возраст, тебе только молоко можно и мороженое, лапшичный суп, да. Но, возможно, тут еще что-то будет вкусненькое. Натаха, тебе... Нет, это вот этого деду. У кого изумруды нафиг есть? На, так уж и быть, давай, не тебя лежал. Давайте, я сейчас все... Вот это, победителю, главному Клайпу за то, что выбил чемпиона. И тебе, Клайпу, тогда вот это, а Натахе тогда... А у меня изумрудов нафиг больше не хватает. Натахе тогда... Нет, дайте изумруды, а я куплю нормально что-то. Твой подарок и Клайп твой подарок. Примерьте. Фламинго? О, смотри, я его за лоб прыгаю теперь! Клайп, ты посмотри! Да... О-о-о! Вот так... Ё-моё! Вот так! Пока, ребятки! Ёшкин кулак! А ну, вернись! Папа, сюда! Дима! Убери,
нафиг серфинговую доску, их заел, мы уже не будем кататься, дед. А ты на свободном падении был хоть раз в жизни? Я короче, рассказываю. Мы в 83-м, знаешь, как хорошо прыгали. Игровой автомат. Тут же можно играть, не? Майнкрафт! Армеш, с ума сошел. Зеркало для загара. Холодос для охлаждения напитков. Это то, что надо. Только все, что здесь есть, жетоны за 10 изумрудов. А жетоны 100% нужны для того, чтобы запихивать в игровой автомат. Так, возвращаемся в бассейн, лутаем изумруды и возвращаемся сюда. Каждый берет свою корзинку и каждый выбивает как можно больше изумрудов. Возвращаемся тут. Мое, я говорил, каждый. Ты свою корзинку, это моя корзинка, вот этот вот. Если что-то интересное выпадет, там же ранина, я тебя утоплю сейчас здесь. Иди свою корзинку! Торито, пепперони, итальяно, пицца, держи, мой хороший. Спасибо, спасибо, Натаха, да, ага. Это моя корзинка, Клайв! Да что вы, блин, с корзинками своими пристали? Клайв! Да! Что ты такое? Ты такое любишь. Я его назову Василий. Это хорошо. Осьминожка. Да. Иди, изумруды добывай, а то не будешь с нами играть в игрушки. Клайв, это моя корзинка, не трогай. Да вы нафиг же пристали, все корзинки забрали. Ты как заколебал, тебе что там корзинок мало, что ли, я не понимаю. Да нет, вообще ничего. Подойди сюда. Я хочу Клайв по сковородке, чем трахнуть, что такое? Мы приехали на отдых отдыхать. Ты даже тут свои яйца жарить хочешь? Оставь ты это дома, будешь куховарить херейду. Да я хочу Клайпа на сковородку. Оставь нафиг мою корзинку, не свою найди! Да что вы представили, ну жарить что ли? Да, вот так его по башке. Эдуард, вы только посмотрите, какую я лампу антиквариатную нашел. Нафиг ты лампу нафиг вытащил? Иди изумруды вытаскивай, дед. У меня теперь есть папук. Кого? Папук! Ну серый, он попугай, стой! Ну так мы на отдыхе, нафиг ты так... Нафиг ты шкаф себе с приправами здесь сделал на отдыхе, ну так ты знаешь, что значит отдыхать? Да, а если еда будет какая-нибудь невкусная, ее приправками так... Вот оно так и происходит. Ты готовишься к этому отдыху, а потом приезжаешь на этот отдых, и даже там работаешь и готовишь. Господи, мне тут уже столько всего нафиг выпадает, раковина мне выпала, так у меня... Спасибо, Клайп, этого мне краски не хватало. Нет, я себе, я хотел на отдыхе самое главное это спать, мужик, Клайп. И Клайп, я буду спать где-то вот здесь. Вот. Ты не видишь то, что здесь уже написано место отдыха Эдисона. Это значит то, что тебе сюда вход воспрещен. А что будет, если я сворую эту кровать обратно? Попугай, накакай на него. Вот что будет, Клайп. Я вас понял. Я пошел. Давай, попугай, лети, какай на него. Молодец, только не в ту сторону. Не на меня. Наконец-то термобокс. Термобокс, складываем всю свою еду, чтобы она не протухла. И какао, за твое здоровье. Мы как бы сегодня и с тобой отдыхаем, а не только с моей командой. Опа. Еще блоков надо. Опа. Так, ага, это пирог не ставится. Ты что тут делаешь? Игзанил, если нафигачить мебель друг на друга, то это не значит, что это выглядит красиво. Это в смысле друг на друга? Это моя хата! Видишь, тут написано чья? Почитай! Лорд понял? Даунелиус, да. Кто? Ну, лорд Даунелиус! Ну. Подожди, тут ошибочка небольшая, what the fuck? А как должно быть? Да тут... У, лишнее вот. Вот! А, Даниэлиус! Даниэль! Так, все, изумруды надыбали! Можно обратно отправляться. В первую очередь я нифига не понимаю, зачем это зеркало для загара. Ну вот держу я его, и чё? И как оно загорает? И загорает ли оно вообще? Клайп, хватит летать со своим фламинго, а? Так, теперь покупаем жетончики. Только я не знаю, сколько. Скидываемся, короче, все жетонами, изумрудами. Я сразу куплю 5 жетонов, и мы отправимся играть. А сейчас все монеты сожрет нафиг. Что мы сказали? Это Пахман! Это Пахман, ребята! Что мы дальше делаем? Мое!
Я бегу, бегу. Мои вишенки! Какие нафиг вишенки надо собирать, а мне тоже надо с... Я что, нафиг Пакман? Чё? Это что значит, то, что я вам... Мям. Я... Мям. Я... Смотри, да когда... Я... Когда я тебя бью, ты медленно начинаешь бегать, то есть я... Не, моя вишня! Моя вишня! Я... То есть мне надо вам мешаться! Не трогай нафиг мои вишенки вот это вот! Дай мне вишенку! Мои вишенки только для меня, они не для вас! Так, опа, Изанилиус, Даунелиус, это ты или кто, или это дед? Это я, ну не сюда! Да! А? What the fuck? Это я Пахмат, когда я тебя бью, ты бегать не можешь. Да, так, стой! Я могу сделать так, чтобы никто из вас не выиграл, а победили девочки, потому что, мне кажется, они краски на даха собираются... Не можешь успокоиться, мужик! А, я тебя сейчас тоже укокохаю нафиг! Собирай все вишенки, пока я его задерживаю! Сейчас я вот доской все нажал, чтобы башки... Давай, надо, чтобы Натаха выиграла! Сегодня как-никак у нас 8 марта получается, Иксанил, поэтому надо всем мужикам... Ну, а дед мужик? Ну, дед то, а дед... Я тот еще мужик, ты шо? А где дед потерялся нафиг? Да нафиг, стой на месте, все, чтоб ты не бегал! Оставьте вишенки девочкам, сосиски Натахи, все, хватит! Последняя вишенка! И кто победил? Да. А кто победил? У кого было больше всего вишенок? Мы с сосиской победили, сосиска, дайте вам его, сосисочка! Не-не-не-не, а сколько вишенок было, Натах? Ровно 68 вишенок. 2 миллиона! Правду скажи! 30. 45. Да что ты его успокаиваешь? Ну, дед? Ну, мало забрал, мальчик. Ну, у него вообще аллергия на вишни. В деревне заставляют вишню собирать. На отдыхе заставляют вишню собирать. Да сколько можно? Господи, он у тебя такой ранимый, дед. Вообще отдыхать не умеет. Плачет вечно. И не говори. Я, кстати, собрал 13. Ну, победили девочки. Молодцы! Да, сосиска, мы с тобой молодцы! Мы с тобой молодцы! Нечестно! В смысле нафиг нечестно? Все честно, Иксанил. Ты меня останавливал! Армеша! Ой, смотри вниз, Армеша! Армеша не смог... Вот голову напечет, получишь удар, плохо будет. Вот я помню, у меня было так однажды. Дед, ты душнишь больше, чем душнит солнце. Ой, сосиска, жарко, кошмар, с меня уже 7-й пот стекает. И зонтик не спасает уже совсем. Я полностью согласна, Наташа, я сейчас растаю! Пошли в бассейн и искупаемся, сосиш, давай! Вью! Приветствую, фламинго бровястый! Приветствую тебя! И нафиг полетели! Я покажу тебе свой секретнейший прием! Я маркерисы-гарагури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 -гараг
Папа! Мама мия! Топ 10 аниме-моментов! Я в это куда сай! Вы можете нормально... Нафиг, что вы прыгаете, фига, я тоже так хочу! Можете нормально отдыхать, сесть, позагорать. Вот эти оба, вот и поплыву отсюда. Я вот тот тип людей, кто на отдых взял с собой ласты и плавательную масочку. В бассейне можно понырять, вот поплавать и не потонуть. Натаха, ты так надолго под водой не задерживайся. А то тебе 2 часа вот на эту высоту всплывать нужно с твоим-то ростом. Ты мне шо, по-твоему, в лягушатнике плавать, что ли, или где? Ну, детям только в лягушатнике. Вот я говорю, ща потонешь нафиг. Хороший отдых, мужики. Почаще бы на самом деле отдыхать от записи видосов. И жизнь была бы такой хорошей. Мужик, хочешь потрогать мой фламинго? Крэп, я отдыхаю нафиг. Иди сик за Нилом вот это, фламингся. Ну ладно, отдыхай. Я твой фламинго потрогаю. Пойдем. Да, их, конечно, на отдых брать 100% не надо было.